1 января 2018 года в системе ОМС должны были начать работу так называемые страховые представители третьего уровня. Конечно же, информационный портал Правомет.ру не мог пройти мимо этого знаменательного события. И еще 29 декабря прошлого года от имени нашего информационного портала я, как главный редактор, отправил приглашение страховые медицинские организации, расположенные на территории Омского региона, обсудить данные вопросы. Из трех приглашений пообщаться на два из них не ответили ВТБ Медицина, РГС Медицина, и только омский филиал Альфа-страхования ОМС согласился ответить на наши вопросы. Поэтому я с великим желанием и радостью сообщаю о том, что со мной сегодня будет общаться и отвечать на вопросы руководитель омского филиала Альфа-страхования ОМС Комаров Александр Александрович. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро, Алексей Валентинович. Поздравляю с наступившим Новым годом вас и наших зрителей. И желаю, конечно же, удачи и, самое главное, здоровья. А я еще дополню качественной и безопасной медицинской помощи в системе ОМС. Александр Александрович, 2 года работает институт страховых представителей. Несомненно, у вас работают страховые представители первого, второго уровня. Вот вы, как руководитель, какую можете оценку дать влияние работы страховых представителей первого, второго уровня на деятельность вашей страховой медицинской организации? Да, действительно, на протяжении последних нескольких лет под эгидой правительства Российской Федерации проводится реформа здравоохранения и, в частности, система обязательного медицинского страхования, как неотъемлемой его части, направленная на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для граждан Российской Федерации. В качестве инструмента, обеспечивающего выполнение данной задачи, с июля 2016 года был введен институт страховых представителей первого уровня, с начала 2017 года страховых представителей второго уровня, а с января 2018 третьего уровня. По замыслу авторов проекта в итоге должна выстроиться такая трехуровневая система страховых представителей, которая будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи. С января вот этого года, да, с начала 2018 года, действительно, в соответствии с дорожной картой, разработанной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, начали в полной мере осуществлять деятельность страховые представители третьего уровня, в обязанности которых будет входить разрешение конфликтных ситуаций при получении застрахованными лицами медицинской помощи, рассмотрение жалоб, проведение при необходимости экспертиз качества медицинской помощи, контроль сроков и профиля госпитализации граждан. В общем-то, работа страховых представителей третьего уровня, она является логическим продолжением той деятельности, которой мы занимались на протяжении более 20 лет. Ни для кого не секрет, что страховые компании проводят экспертизы, да, экспертизы бывают плановые, внеплановые, по жалобам граждан и так далее. То есть, в принципе, эта деятельность для нас не нова. У нас есть прочный, понятный фундамент, на основании которого мы будем продолжать эту деятельность. И, в общем-то, мы готовы к этой работе и уже осуществляем ее. Давайте вернемся к вопросу. Не было страховых представителей первого-второго уровня. Они появились. Что изменилось в работе страховой медицинской организации? Для реализации функций страховых представителей первого-второго уровня, к примеру, в нашей организации создан федеральный контакт-центр, обеспечивающий возможность в круглосуточном режиме на бесплатной основе получать любую необходимую информацию нашим застрахованным лицам. То есть в любой момент они могут позвонить по бесплатному телефону и в режиме, так сказать, реального времени онлайн получить необходимую информацию, начиная там от того, в какую больницу они могут обратиться, куда приписаны, заканчивая тем, какой объем
медицинской помощи входит в программу государственной гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. То есть любую консультативную информацию они могут получить в рамках контакт-центра. Если обращение требует более досконального рассмотрения и углубленных знаний, значит, специалист первого уровня, оператор контакт-центра первого уровня, переводит звонок на оператора второго уровня, то есть СП-2. И дальше уже решается его вопрос, вопрос застрахованного, более прицельно. И при необходимости застрахованного могут пригласить для написания заявления или жалобы. И это заявление будет в установленные сроки, рассмотрено, и результаты доведены до застрахованного. Наверное, я вот подведу некоторую черту по первому вопросу. Судя по информации от вас, во-первых, появилась новая структура в составе вашей страховой медицинской организации, во-вторых, изменилась технологическая цепочка общения с застрахованными через звонок, через контакт-центр, что, видимо, обеспечивает более оперативное реагирование на проблемы застрахованных. Безусловно, это позволяет оперативно реагировать. И вообще, вот что хотелось бы отметить, да, какая тенденция наблюдается на рынке обязательного медицинского страхования. Если раньше, так скажем, преобладала функция у страховых медицинских организаций обеспечения полисами, да, обязательного медицинского страхования граждан, то поскольку сейчас практически все граждане уже Российской Федерации получили полисы обязательного медицинского страхования, во всяком случае на территории Омской области эта цифра приближается к 100%. Но мы не берем в расчет там новорожденных, приезжающих и так далее. Да? Поэтому на первый план выходит такая, несомненно, наиболее важная функция, как защита прав застрахованных. И вот как раз Институт страховых представителей и призван к реализации этой функции. Можно ли сказать так, что, будем говорить прямо, инициатива государств по внедрению института страховых представителей заставляет более шустро вращаться в страховую медицинскую организацию? Безусловно. Понятно. Второй вопрос. С 1 января, как я уже говорил, должен заработать институт страховых представителей третьего уровня. Александр Александрович, мы знаем, что количество экспертов в системе ОМС на территории региона, конечно. Готова ли ваш филиал, ваша страховая медицинская организация к полноценному функционированию данного института страховых представителей третьего уровня? Алексей Валентинович, омский филиал Альфа-страхования ОМС, безусловно, готов к полноценному осуществлению этой деятельности, хотя, безусловно, потребуется некоторое время для того, чтобы данная система заработала в полную силу и все работало как единый отлаженный механизм. Да? Мы не забываем о том, что институт страховых представителей – это не только страховые представители третьего уровня, но это целая цепочка, трехуровневая, как я уже говорил, и страховых представителей первого, второго и третьего уровня. И весь этот механизм должен работать как единая отлаженная система. Но это нормальный рабочий процесс для реализации этих функций. В нашей компании прошли обучение на базе государственных образовательных учреждений по специальной программе «Необходимое количество экспертов», получили удостоверение. То есть требования законодательства мы выполняем, работа ведется. Уже сейчас мы помогаем нашим застрахованных получать, к примеру, талоны узким специалистам, помогаем своевременно устроиться на госпитализацию. Беременные женщины могут под нашей курацией рассчитывать на проведение родов в выбранном ими родильном доме и так далее. То есть работа ведется в полном объеме, естественно, в дальнейшем будет оттачиваться и улучшаться. То есть я правильно понял, что соответствующее повышение квалификации вашей страховой медицинской организации проведено, необходимое количество врачей, экспертов есть, и Альфа-страхование, омский филиал, к этой работе полноценно готов. Совершенно верно. Тогда второй вопрос. Какой второй? Третий вопрос, вытекающий из второго.
Вы как профессионал, как вы оцениваете работу Института страховых представителей третьего уровня на повышение качества и безопасности медицинской деятельности, чтобы не было отклонений от тех клинических рекомендаций, стандартов, чтобы не было причинения вреда здоровью из-за недостатков, дефектов оказания медицинской помощи, которая, к сожалению, периодически имеет место? Вопрос в целом понятен, но вот здесь хотелось бы уточнить, что, наверное, не совсем будет корректно, что ли, да, рассматривать деятельность страховых представителей третьего уровня в отрыве от остальных уровней. Так как действительно эта система должна, как я уже говорил, быть целостным механизмом, да, и направлена на достижение единого результата. И хочется подчеркнуть, что в принципе деятельность страховых представителей вне зависимости от уровня и направлена в первую очередь на защиту прав застрахованных, а также на повышение качества и доступности медицинской помощи, так как прежде всего предполагает тесное взаимодействие страховых представителей, да, представителей страховой медицинской организации и медицинской организации. То есть все вопросы с медицинскими организациями, безусловно, обсуждаются, проводятся встречи, проводятся заседания рабочих групп, да, обсуждаются какие-то проблемные вопросы. При проведении экспертизы результаты экспертизы обязательно обсуждаются, как минимум на уровне начмеда любой медицинской организации. Порой даже главный врач принимает участие. Доводятся эти сведения также до коллектива медицинских организаций, что очень важно, да, потому что именно коллектив формирует вот то благоприятное, тот благоприятный фон, который в дальнейшем будет оценен нашими застрахованными гражданами. Вот, поэтому работа ведется именно в тесном взаимодействии с медицинскими организациями. При этом мы понимаем, что, конечно, очень быстро, да, в одночасье изменить ситуацию в здравоохранении в лучшую сторону, ну, объективно невозможно, да. И эта работа предполагает длительную, кропотливую работу, к которой мы, безусловно, готовы и будем прикладывать все усилия, чтобы сделать систему здравоохранения как на территории Омской области, так и в нашей любимой стране лучше и эффективнее. И последний вопрос, вытекающий из предыдущих. Мы говорили о влиянии Института страховых представителей на качество безопасности медицинской помощи в системе ОМС. Но, опять же, будем говорить честно и открыто. Мы, пациенты, мы застрахованные, но далеко не всегда соблюдаем свою обязанность заботиться о своем состоянии здоровья. Как вы полагаете, сможет ли данный институт мотивировать нас, пациентов, граждан застрахованных, более тщательно заботиться о своем состоянии здоровья? Чем меньше мы болеем, тем меньше расходов на оказание медицинской помощи. Ваш экспертный прогноз. Алексей Валентинович, ну, напомню, что забота о состоянии своего здоровья, согласно статье 27 323 федерального закона, это обязанность всех граждан Российской Федерации. А по сути, выбор каждого. Ну, я считаю, что существенным образом как-то мотивировать или заставить, да, иными словами, граждан заботиться о своем здоровье, конечно, достаточно сложно. Но при этом мы в состоянии создать определенные достаточные предпосылки для реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. В этих целях страховыми представителями нашей компании проводятся, к примеру, индивидуальное информирование о необходимости прохождение диспансеризации, ведется активная работа с медицинскими организациями, вот как я уже говорил ранее, да, проводятся экспертизы качества медицинской помощи. Вот, к примеру, за 2017 год нашим филиалом только было проведено свыше 200 тысяч экспертиз. Это огромное количество, в том числе по жалобам граждан. Поступило 4100 устных обращений и 250 письменных. Все они, естественно, отработаны в полном объеме, и граждане удовлетворены. Как я уже говорил, создается круглосуточный контакт-центр. Он работает тоже в полной мере. Поэтому я считаю, что в совокупности, да, вот эти вот факторы, которые мы создаем, они, безусловно, положительно влияют на общий фон,
на настроение граждан. Они понимают, что медицинских организаций бояться не нужно, что действительно можно получить бесплатную, во-первых, во-вторых, качественную, доступную медицинскую помощь. А если им что-то непонятно или у них возникают какие-то затруднения при получении этой помощи, они всегда могут обратиться к нам, и мы им поможем. Я понял, что вы пессимист с точки зрения влияния Института страховых представителей по воздействию на нас, чтобы мы заботились о здоровье. Наверное, это правильно. Почему? Потому что я обладатель своего нематериального блага здоровья, и оно основа моего благосостояния. Если я здоров, я могу работать, творить, бегать, прыгать. Здоровья нет. Все. Очень плохо. Тем не менее, все равно информирование о диспансеризации, разъяснение характеристик моего состояния здоровья, к чему это может привести, мне представляется тоже немаловажная составляющая мотивировки нас следить за своим здоровьем. Я не ошибаюсь? Безусловно, это как раз и призвано человеку дать полную исчерпывающую информацию, которой он, безусловно, уже на свое усмотрение может распоряжаться, ну, по своей воле, так скажем, да. Поэтому, конечно, преуменьшать эту работу, безусловно, ни в коей мере нельзя. Это очень важная и ответственная работа. Будем надеяться, что она даст свои плоды. Ну, а плоды у нас какие? Повышение рождаемости, уменьшение смертности. Да, вот такие вот основные показатели, которые, будем надеяться, будут у нас все лучше и лучше с каждым годом. Я тоже думаю, что мы должны надеяться. Тарифы в системе ОМС за счет субвенции все-таки в этом году, насколько даже я знаю, увеличились, что благо для медицинских организаций. И будем с вами надеяться, что работа Института страховых представителей, спущенного сверху, все-таки окажет положительное влияние как на систему здравоохранения, так и на нас, застрахованных граждан. Но поскольку мы с вами в начале этого года подняли этот вопрос, то я предлагаю через годик вернуться к этому разговору, ну и проанализировать, что мы прогнозировали, а что случилось. Как вы к этому относитесь? Алексей Валентинович, безусловно, вернемся. Отлично. Александр Александрович. Благодарю вас за смелость, за то, что вы единственный из страховых медицинских организаций, руководитель, готов был пообщаться на эти достаточно, ну, важные для застрахованных вопросы. Поэтому, ну, это не реклама, но застрахованным нужно сделать вывод, куда идти, если меняют страховую медицинскую организацию. Спасибо за профессиональное общение, а я желаю вам развертывания этого института работы страховых представителей и дальнейших успехов в повышении качества и безопасности медицинской помощи. До свидания. Спасибо, Алексей Валентинович. До свидания.